зовут Лариса. Давайте сделаем чашечку чаю и будем смотреть этот влог. Здесь будет прогулка по Лондону, мои всякие болталки. И давайте приступать. Насладимся этим моментом вместе. Приехала на мероприятие BCL, Саша Торпова устраивает. Мы сейчас находимся в коворкинге WeWorked. Если вы смотрели сериал WeCrashed, это вот про основателей этого центра для работы. Я не знаю, как объяснить это место, куда вы приходите, бронируете место и работаете как в офисе. И самое потрясающее, что здесь есть, это вид. Здесь классные места, чтобы попить кофеёк и посмотреть на Лондон. Пожалуйста, вам тут Sky Gardens, Shard, также там девушки стоят, Tower Bridge. Сейчас будет обзор туалета WeWorked. Здесь нету света, а свет появляется, очень много пространства. И давайте будет обзор туалета на примере здесь. У нас здесь классный унитаз новый, раковина, мыло. И самое удивительное, что очень полезно для работы, это ополаскиватель для рта и маленькие стаканчики. Наливаем, полощем рот и идем на митинг. Смотрите, все так классно, очень стильно. И пошли дальше. Здесь все продумано, можно сдать любой мусор в переработку. Кофемашина для всех. Любите кофе? Пожалуйста, можно любое молоко. Есть альтернативное, есть обычное коровье. Миллион видов чай. Пожалуйста, чай. Кетчуп даже, если есть. Микроволновка, раковина, кипяток. Кружки, пожалуйста, с эмблемой WeWorked. И холодильник. Но холодильник не общий, тут каждый сам свое приносит. А мы сегодня идем на встречу, на которую я уже опаздываю. Ну, слушай, не рабочее место, а просто сказка. Ну, смотри, как классно. Тут они еще по цветам разные. Да. И сегодня вообще никого нет, поэтому идеально. Везде разные картины, я так понимаю, это современные художники. Я начала монтировать этот влог, и я поняла, что у меня нет самое главное. Конец октября — это Хэллоуин. Я прекрасно отношусь к этому празднику. Мне нравятся декорации, мне нравятся костюмы. Я люблю сладости, и чего еще только желать. То же самое, что Крисмас, только в октябре. И поэтому я срочно бросила монтировать это видео и побежала снимать в Лондон все самые лучшие локации с Хэллоуином. Так что подготовьте чашечку чая или кофе и продолжайте это смотреть. И не забывайте поставить лайк. И подписаться, ну, так уж и быть. Фаворит из фаворитов – это Аннабеллис. Потрясающий, яркий, динамичный, самый страшный. А вы в комментариях напишите, какой дом, какое украшение вам больше всего понравилось. Как всегда, мне везет на очереди. Я хотела купить немножко ухода в Глассьер, но огромная двойная очередь. Нет, я это не выдержу.
понедельник, после обеда довольно здесь людно. Ой, спасибо, что все так рады меня видеть. Смотрите, мне все аплодируют. Ой, спасибо большое. Ну что вы, ну что вы. В качестве компенсации очереди я зашла за чаем. Буду пить, значит, чай. Взяла Paris London. Это черный чай с лавандой. Очень вкусный. Куда же без булочек? Я зашла в Ладуре за макаронами. Может быть, надо было клубнику в шоколаде взять. Тоже все аппетитно. Одни соблазны. У нас еще Хэллоуин не прошел, а уже Рождество к нам приходит. Все так хотят, чтобы этот год закончился, что начинают уже праздновать Рождество по полной. Какой же вкусный чай. Я вот понимаю, что французы знают в удовольствие толк, что это просто обалденно вкусно. Paris London, но вы знаете, мой самый любимый — это Wedding Imperial. Это просто божественно вкусный черный чай с элементами шоколада и карамели. А вот с лавандой тоже очень замечательно. Хочу с вами поделиться новостью. Я поменяла свою визу. Как это было? Это было конец лета. Собрали все документы по полочкам, какие принести. В нужное время забронировали слот. Я пришла в агентство. И как только я пришла, я же репетирую каждый раз. Здравствуйте, как дела? Вот у меня appointment, тра-та-та. Все на английском репетирую. Как только я зашла в агентство подать документы, мне берут мой паспорт и говорят: «О, поморы, привет!» И я такая: «Что?» Ну, то есть это выбило меня из колеи, потому что я никак не ожидала, что поморкой меня называют второй раз в жизни, и это второй раз в Лондоне. Для экскурс, кто такие поморы? Поморы — это жители Поморского края. По паспорту я поморка. Но я знаю, моя мама будет смотреть это видео и будет ругаться, что я никакая не поморка. Этнически я не поморка, да. Но по паспорту — да. Кто это вообще такие? Это где-то среди средние века жители Поморского края. В конце 18 или 19 века так называли людей рыбаков. Поморка — это жена рыбака, помор — это рыбак. Но этнически я к себе к поморам не отношу, потому что мои родители не поморы, но я родилась там. И вот, значит, мне выдают привет поморы, чего я вообще не ожидала. Просто женщина была русскоговорящая и знающая такие детали. В итоге я подавала... Ой, сейчас так вот свет красиво будет падать. В итоге я подавала документы, чтобы рассматривали их в течение 5 рабочих дней. Но рассматривали его 1,5 месяца, потому что это был ретроградный Меркурий. Если вы в него не верите, сейчас вы в него поверите. Подали документы, все как просили, паспорт, там, заявление и тра-та-та, все по списку. Но потом начались трудности, что вы знаете, а пришлите-ка вот нам вот такую вот бумажку, а вот потом вот такую, мы прислали, а потом, вы знаете, письмо не открывается, письмо, наверное, тяжелое, файл большой, пожалуйста, сожмите и пришли еще раз. И вот так несколько раз, почему я говорю про ретроградный Меркурий, в него всегда какие-то проблемы с документами, проблемы с техникой, проблемы с документами. 100%. И вот даже в него не веришь, ты в него все равно попадаешь, он в тебя верит. Так что я понимаю, что скептики найдутся, но anyway. Сейчас так довольно ветрено, но я надеюсь, меня слышно. Я на протяжении уже 2 месяцев не пью кофе. Начиналось с того, что у меня просто проблемы со сном, я не могу уснуть, бессонница. И просто исключила кофе. Потом в сентябре я начала принимать гомеопатию. А гомеопатия не дружит там ни с мятой, ни с кофе, там еще некоторые специи, там целый список есть. А почему я пришла к гомеопатии? Я уже несколько лет страдаю аллергией, и мне просто надоело ее уже заглушать таблетками. Я уже меняла и питание, и принимала и БАДы, и то, и все, и чистки. И все равно моя аллергия вместе со мной. И вот я принимаю гомеопатию. Естественно, я вам сейчас ничего не буду рекомендовать, это все очень индивидуально. Поначалу я закончила медакадемию, и я вообще не верила в гомеопатию. Но когда ты отпускаешься до такой точки, где тебе нигде нет помощи, где тебе просто предлагают заглушить вот эти симптомы, ты такой: ну что-то не в порядке, это что-то не так. Я никого не осуждаю. Не верите — не верьте. Хотите поверить, хотите попробовать — попробуйте. Я была в шоке. Я уже 2 месяца принимала, вот, в принципе, я сейчас чувствую себя в порядке, я такая думаю: окей, я в порядке, я уже не пью ни гомеопатию, ни таблетки от аллергии, почему я не могу позволить себе чашечку кофе? И как вы думаете, я выпиваю чашечку кофе, съедаю сладкую булочку, и через час ко мне аллергия возвращается таким снежным комом, мне было так плохо. Я такая думаю: ну неужели кофе у меня вызывает аллергию? Ну не может быть такого. Потом постоянный стресс, новости, ты читаешь, если даже ты новости не читаешь, они тебя везде найдут.
И из-за этого, может быть, тоже у меня проблема со сном. Я начала пить таблетки для сна. Я не буду их называть, но они одноименные с гормоном сна. Кто знает, тот знает, кто не знает, тому и не надо. И как... мне понадобилось 3 попытки понять, что у меня тоже на них какая-то странная реакция. Я принимаю их на ночь, и у меня начинается кашель и сопли. Я подумала, ну, наверное, я что-то съела не то. Отменяю, пробую еще раз. Через день, через два, опять. На третий раз я поняла, это у меня на эти таблетки для сна. Все, исключаем их. И то есть я несколько лет страдала, что я не могла уснуть, я пила для сна. Потом я не могла проснуться, я пила кофе. События. Зашла в аптеку Boots, купила La Roche-Posay. Оно вроде как не тестируется на животных, и сейчас акция 20% на нее. Заканчиваю это видео. Купила чайку вместе с вами, съела вкусняшки. Вкусняшки так себе, если честно. Берите, если вы не знаете, что взять, берите всегда ванильное. Ванильное всегда будет без проигрыша. Все остальное, что я взяла в La Durée, мне вообще не понравилось. La Durée, La Redoute, я вот забываю что-то. Ну, короче говоря, вкусняшки берите всегда ваниль, всегда без проигрыша. Спасибо, что смотрели это видео. Буду рада, если вы поделитесь ссылкой на это видео в ваших социальных сетях, и, возможно, ваши подписчики ко мне тоже придут и подпишутся. Если нет, просто ради человека. Если нет, то, пожалуйста, оставьте любой комментарий, это поможет продвигать мой канал. Да, маленький канал, маленькие возможности, но большое сердце. Люблю, целую, и пока. С вами была Лариса.